Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка их Xenery Heroes. Вот, это их первый альбом. До этого у них ничего не было, они только, скажем, дебютнулись. Вот, и я решила заказать. Я, кстати, до сих пор их еще не особо выучила. Простите, пожалуйста, я не специально, я старалась. Так, тут должен быть еще плакат. Все очень хорошо упаковано. Я прямо радуюсь на джум. У меня все очень хорошо доходит. Этот альбом шел с Узбекистана до меня 11 дней. Так. Здесь мне положили милые наклеечки. Я, кстати, люблю такие наклеечки. Я люблю наклейки. Чтобы его подтвердить. Потом огромный плакат. Давайте смотреть. О, мне он нравится. Это Гаон. Блин, слушайте. Я его повешу. Извините. Так, на обратной стороне здесь where your sound is formed into music. Круто. Круто. Я уже рада. Его, по-моему, зовут Гаон. Если нет, то извините. Так, сам альбом. Он, кстати, достаточно большой по размеру. Вот. То есть, если сравнивать с каким-нибудь Ordinary, то вот, разница прям очень сильная. И распаковываем. Так, как бы мне это все одеть аккуратно. Так. Так. Здесь у нас вложение. Карта. Я пытаюсь не палить хотя бы себе это. Так, ладно. Тут у нас они были. Странички. Мне очень он нравится. Прям как будто кто-то делал это как скраббукинг. И очень классные концепты на самом деле. Это Ганиль у нас. Это... Ждем имени. Так, Чонсу, здесь я правильно называю, вот это вот вроде мне нравится, да, Гаон, вот, и с ним у нас был плакат, все, я разобралась. Мне очень Оди, мне очень нравится данный фотобук, прям, вы знаете, прям мое, хотя другой я... Чонхан, который я видела, он тоже был очень классный, но там прям совсем другая стилистика. Это все-таки такая стилистика дома. Текста песен. Очень круто выполнен на самом деле. Мне очень понравилась Strawberry Cake. Прям вот это вот концепт. Их волосы, цветные волосы, это прям все. Вот особенно вот это какая-то любовь. Эти концепты тоже классные, но до этого мне нравилось, честно говоря, больше. Как-то я больше потому... Ну, это, мне кажется, мое субъективное мнение еще. Ой, господи, прекрасно. Все на корейском. К сожалению, мне не прочитать. Еще вот у него очень классный голос Джойон, прям вообще спасибо. Так, сам диск Hello World, ну, симпатичный такой. В
Хотя я бы сделала что-нибудь поинтереснее к этому альбому. Вот, но тоже неплохо. Дальше у нас идут наклейки. Тоже очень классные графические, с именами всех мемберов и также с названием песен. Здесь у нас такая вот подставочка, так я не помню, как эта штука называется, но они тут тоже очень классные, посмотрите. Это, по-моему, с клипа Taste Me. Мне попалась гармошка с ганилем. Она очень качественная, кстати, прям очень. Можно их отрывать, но я не буду. И карточка. Тут видно, что это Чонхан. Тоже неплохо. В принципе, я довольна. Для их первого альбома, я думаю, это неплохо. Хотя я бы положила больше карточек, это же Джуб. Но ладно. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.